Добро пожаловать на новый обзор. Сегодня я расскажу о жилом комплексе Ломоносов, который находится в одноименном городе Петродворцового района. До проекта можно добраться на транспорте за полчаса от станции метро Проспект Ветеранов. Город Ломоносов расположен на южном берегу Финского залива и был основан в 1710 году князем Меншиковым как загородная резиденция. В 1780 году получил статус города. До 1948 года носил название Ораниенбаум, затем был переименован в честь русского ученого Ломоносова и носит его фамилию по сей день. Что касается самого города, то в нем огромное количество зеленых зон, а также множество достопримечательностей, таких как дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, китайский дворец и так далее. Местоположение я бы назвал шикарным. Застройщиком проекта является компания «Петрострой», основанная в 2006 году. Жилой комплекс Ломоносов – это первый проект компании в черте Санкт-Петербурга. В основном девелопер строит в Ленинградской области и городе Пермь. Среди сданных проектов можно отметить такие жилые комплексы, как «Ласточка», «Прибрежный», частично «Алфавит», три корпуса проекта «Чистый ручей» и так далее. Компания славится низкими ценами на жилье, но застройщик не всегда вовремя сдавал объекты в срок, но всегда достраивал их. На данный момент есть задержки по некоторым объектам. Раньше на земельном участке, где строится жилой комплекс Ломоносов, находилась база Ломоносовского ремонтно-строительного управления, которая была создана в середине 20 века. В середине 2000-х компания добилась внесения в генплан поправки, переводящие землю под жилую застройку. В августе 2015 года Ломоносовская РСУ прекратила свою деятельность и продала участок застройщику «Петрострой». Жилой комплекс Ломоносов представляет собой 9-этажный кирпично-монолитный дом, состоящий из 4 корпусов на 1961 квартиру, подземным паркингом на 703 машиноместа. Строится проект 4 этапа. Квартирография представлена от 20-метровых студий до 65-метровых двухкомнатных квартир. Первые этажи частично будут отданы под коммерческие помещения, в которых будут открыты подростковый досуговый центр, продовольственный магазин, магазин детских товаров и многое другое. В каждой секции будет установлен один лифт Otis. Если вдруг он будет неисправен, то в парадной также есть лестница, по которой можно будет подняться на свой этаж. Очень удобно. Отделка холлов будет сделана без всяких изысков, но достаточно приятной цветовой гаммы. Также в каждой секции предусмотрен мусоропровод, но, как показывает практика, в новостройках его заваривают. На лестничной площадке от 5 до 13 квартир. Хочу отметить, что на некоторых этажах есть кладовые для жителей дома. Высота потолков жилых помещений 2,56 метра. Квартиры будут передаваться дольщикам без отделки. На экране вы видите, как примерно будет выглядеть отделка. Кстати, все коммуникации центральные и будут подключены к городским сетям. Что касается автолюбителей, то помимо подземного паркинга на 703 машиноместа, будет открытая гостевая парковка. В благоустройство проекта будут входить детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых. Прилегающая территория будет озеленена, также предусмотрено видеонаблюдение. Что касается закрытой территории, то сам комплекс будет построен таким образом, что он будет представлять собой три замкнутых двора. Достаточно будет поставить шлагбаум или ворота, где находятся арки, и получится закрытая территория. Посмотрим, какое решение будет принято в будущем. Срок сдачи зависит от корпуса. К этим датам прибавляйте плюс полгода на передачу ключей. Квартиры реализовываются по 214 федеральному закону. Кстати, что касается первой очереди, которая уже должна была сдаться, на данный момент не сдана. Есть заключение о соответствии, но акта ввода в эксплуатацию нет. Скорее всего, ключи дольщикам первой очереди будут переданы с задержкой. Цены в данном жилом комплексе вас приятно удивят. Это одно из самых интересных предложений квартир с городской пропиской. Квартиры помимо 100% оплаты можно приобрести с помощью ипотечных средств различных банков. Есть возможность купить квартиру в ипотеку без первого взноса от Банка России. Также девелопер работает с материнским капиталом и субсидиями. Есть несколько видов рассрочек, как процентных, так и беспроцентных. Что касается окружения, то обратите внимание, что жилой комплекс имеет удачное расположение и окружен лесом. Многие зададут вопрос, а вдруг лес вырубят и начнут застраивать домами? Давайте разбираться. Если посмотреть на свежий генеральный план Санкт-Петербурга, то увидите, что леса вокруг жилого комплекса имеют статус, означающий, что жилые зоны будут сохранены и находятся под охраной. Кроме этого участка, на нем будет построена школа общей площадью почти 20 000 квадратных метров, и рассчитана она будет не менее
менее чем на 825 учеников. Ограниченная высота застройки 18 метров. Это примерно 3 этажа. Сроки реализации пока неизвестны. Недалеко от проекта на этом участке будет построено открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение. Название сложное, но идея простая. На экране вы видите пример проекта такого сооружения. Если говорить в целом об инфраструктуре, то в пешей доступности есть школы, детские садики, поликлиники, магазины и, конечно, множество зеленых зон, где можно будет погулять и отдохнуть. Что касается транспортной доступности, то в 10 минутах езды находится железнодорожная станция Ораниенбаум, от которой за час можно доехать до Балтийского вокзала. Средний интервал движения поездов 30 минут. В 4,5 километрах находится КАТ, откуда за 30-35 минут можно доехать до аэропорта Пулково. Выехав на Морскую улицу, можно добраться до Петергофа, Стрельны, микрорайона Балтийская жемчужина, других районов города. Если нет автомобиля, то в 10 минутах ходьбы находятся остановки общественного транспорта, откуда можно доехать до железнодорожной станции Ораниенбаум, а также станции метро Купчино, Автово, проспект Ветеранов и Балтийская. В целом неплохо. По итогам, жилой комплекс Ломоносов можно назвать интересным проектом по разумной цене. Плюсами можно назвать экологически чистый район, который имеет множество зеленых зон и красивых достопримечательностей, кирпично-монолитная технология строительства, относительно невысокая этажность, видовые характеристики квартир некоторых секций. Ну и, конечно, главный плюс – это стоимость. Минусы – это отдаленность от метро, а также возможные задержки сроков сдачи. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вопросом приобретения новостройки обращайтесь ко мне. Услуги для вас абсолютно бесплатны. По всем вопросам звоните по телефону, указанному на экране. Буду ждать ваших звонков. Всего доброго!